sitters. Veuillez accueillir les prochains patineurs. Любовь Алешкина и Дилан Москович на раскатке, на разминке перед началом произвольных программ. Вот такое впечатление производили, очень солнечное. Улыбалась фигуристка почти все время, что их показывали режиссеры трансляции. И похоже, что... Это правда, они такие есть. Она прям очень вот мне нравится, эти ребята. Получает, да, удовольствие от Давайте того, что происходит что на льду. Охаешь вместе с залом. Как раз тот выброс, который мы видели на разминке, не так удачно получился. Протяжка очень Какая оригинальная. Какая красивая позиция. Да, оборота на сальхе, по-моему, у Любови. Могу ошибиться, она была закрыта большим. Да, плохо видно было, но, по-моему. Оригинальный заход на Тодос, и зрители оценили сразу. I love you.
Ну и очевидно, что публике очень понравился этот прокат. И действительно, если бы опять же не прыжковые элементы, что мы видим уже у многих пар на этом турнире, в остальном-то смотрится очень здорово. Да, очень обидно, что этот выброс не получился у Ирюшечкина и Москвича, но в целом вот эта программа им очень идет. И музыка, вот эта лирика, как и у итальянцев, еще хорошо получилось. Да. Несколько иная была, но, возможно, мне даже больше понравилось, чем у итальянцев. И, мне пока, и да, много, тоже больше. Да, и много было интересных элементов, заходов. Какие-то они уже делали в прошлом году, какие-то я новые увидел. Вот, и это здорово, мне нравится, что вот их всегда отличает то, что они ищут какие-то необычные позиции в поддержках, вот входы в элементы, и здорово, что публика это тоже отмечает. Вот то, что я говорил, ребята очень, да, веселые и в жизни, и на льду. Но нужно быть очень ответственным, смелым и метким человеком, чтобы рисковать вот такую большую игрушку бросать, когда спортсмены передвигаются по льду. Ни в коем случае нельзя попасть ни в спортсменов, ни в тех мальчиков, девочек, которые эти игрушки подбирают. Но Дилан поймал ее благополучно и поднял в поддержку. Свечка сделал, провоз, ну... То есть на уровень третий он там наработал со своей временной партнершей. То есть если поставить Дилана с Пандой, то они тоже это будет займут не последнее очень место. Очень интересно. Вот это был тот каскад, который не совсем удался Дилану и совсем не удался Любови. А вот одна из тех, опять же, интересных поддержек была. Перед непосредственно поддержкой они сделали такой танцевальный провоз и сразу вошли в поддержку. Тоже не каждая пара так делает. Смотрится эффектно и интересно. Так, а есть ли, ну, скорее всего, но самое интересное, где теперь есть этап-то у Ирюшечкина и Мессурадзе, потому что, судя по всему, они сейчас включаются в борьбу за финал Гран-при. Так, первое место по произвольной, и логично, учитывая, что они были выше соперников, они сейчас занимают первое место и по сумме, и, то есть обеспечивают себе как минимум пьедестал. В Китае будут кататься Любовь с Диланом.